15 чувств, которые не должны вас беспокоить. Чувство веры в идеал. В мире нет ничего идеального, это невозможно. Все можно сделать еще лучше. Без отсутствия недоступного ориентира нет стремления к совершенству, иначе деградация. Чувство одиночества. Это чувство непродуктивно. Следовательно, это лень. Лень – это отсутствие желания. Без желания можно быть только одиноким. Это парадоксальное чувство. Чувство важности. Ты не важен. Важно то, чем ты можешь быть полезен другим. И наоборот. Чувство, что ты кому-то чем-то обязан. Ты никому и ничем не обязан с самого рождения, за исключением самого себя. Это факт. Его невозможно оспорить. Чувство ожидания. Не жди никого и ничего, если это уже не случилось. Ищи новые пути, другие возможности. Имей другой план. Ждать – это удел ленивых. Чувство, что тебе кто-то что-то должен. Никто тебе ничего не должен. С этой логикой ты кому-то чем-то обязан, а ты ведь никому ничем не обязан. Чувство отчаяния. Забудь. Только эйфория, только удовольствие. Делай то, чего хочешь ты, а не то, что хотят, чтобы делал ты и другие от тебя. Не существует других одинаковых жизненных опытов. Опыт всегда уникален. Чувство страха. Страх и самосохранение – разные вещи. Ты боишься – ты бездействуешь. Бездействие – это лень. Лень – это одиночество. Дальше ты знаешь. Чувство, что кто-то прав. Пока не доказано, все ложь. Чувство неспособности. Человек обучаем всему и всегда. Если это не так, это не человек. Чувство того, что жизнь проходит мимо. Увольняйся с работы. Чувство обиды. Не обижайся, это всего лишь люди, их работа подводить тебя. Чувство стыда. Если ты все сделал правильно, тебе не должно быть за это стыдно. Если кто-то сделал что-то неправильное, не обижайся. Стыдом ты лишь замещаешь это чувство. Чувство отсутствия выбора. Выбора не существует. Если это не так, не выбирай. Чувство паники. Запомни, мы все равно умрем, а пока ты жив, избавляйся от всего лишнего. С вами был я, Александр Кузнецов. Если было видео полезным, делись с друзьями. До скорых встреч, пока!